Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Разом зі мною Петр Кульпа, директор програми «Школа міністрів» у Київській школі державного управління, аудитор, юридичний радник Департаменту стратегії вищого органу аудиту Польщі, колишній міністр праці Польщі і заступник міністра економіки Польщі у 2005-2006 роках. Петр, рада вас бачити, вітаю вас, дякую, що знайшли час та можливість залучитися. Добрий день, слава Україні! Героям слава! Наших глядачів традиційно закликаю не забути підтримати це відео вподобайкою, коментарем, поширенням. Так само, якщо ще не підписані на платформу «Січас», будь ласка, підпишіться. Петр, наш з вами сьогоднішній розговор хочу почати з заявлення главы Минобороны Польши Томчика, который говорит о том, что Польша пока не намерена направлять свои войска в Украину, в то же время страна оставляет за собой право изменить решение в любой момент. Как читать такое заявление? Ведь глава польского МИД говорил, вот на днях заявляла о готовности. Ну, просто все начинается с заявления президента Макрона, который сказал про возможность введения войск НАТО, да, стран НАТО на территории Украины, чтобы помочь войне. Таким образом, слова Макрона создали то, что называется стратегическую неопределенность. Короче, Путину сложно было бы, да, сказать, сколько усилий, сколько людей нужно ему мобилизировать, сколько ресурсов накопить, чтобы подавить Украину. И слова министра иностранных дел Польши, господина Сикорского, это было продолжение, что Польша оставляет за собой право просто присоединиться к этому. И это поддержка этой системы французской, да, французских гарантий, по сути, на, для восточного фланга стран НАТО. И потом наступило заявление именно министра обороны, сказал, что нет, никаким образом. Но на самом деле это заявление, которое показывает, что Польша не будет действовать на самом деле самостоятельно, а только в рамках с союзниками, во-первых, во-вторых, что это не исключается, и здесь просто можно думать про обстоятельства, границы, условия, что могло бы произойти. Нету никаких сомнений в том, что союзники Украины, для которых Украина является партнером, союзником, да, на основе двухсторонних соглашений могут помогать Украине, здесь нет в этом ничего странного. Вопрос в том, что для того, чтобы это было сильно и последовательно, но нужна главная поддержка со стороны главных стран НАТО, Соединенных Штатов и на самом деле Германии, которые самые, я бы сказал, консервативные. И вот то, что видим в коалиции поддержки для Украины на разных плоскостях, например, про снаряды и так далее, это активность Европы, которая понимает свою ответственность за свое будущее, а суть этого в поддержке для Украины. Польша сейчас насколько сильно ощущает российскую угрозу, особенно после вот недавнего визита Путина к Лукашенко в Минск и тех заявлений, которые были сделаны с белорусской стороны? На самом деле Польша воспринимает то, что происходит, как агрессию, как гибридную агрессию против себя, которая в каком-то плане выполняет критерии агрессии, о том, что говорит международное право, потому что премьер-министр Польши сказал про тысячах мигрантов, которых спецслужбы России и Беларуси готовят, чтобы создать вторжение в территорию Польши. Короче, идет большая дискуссия вообще укрепления этой стены. Это говорят просто про стену, про вал Туска, это так называют условно, потому что это будут сооружения
z 2,5-3 miliarda dolarów dla ukrepienia, żeby ten ryzyk nie существовал. I w pryncypie to zaszczyta przed wariantem budущей wojny. Короче, сознание системы, w której na 30 kilometrach głowina Polski będzie оборудована ustrojstwami, które nie dadzą agresoru możliwości przedwigać się na terytorium Polski. Надо сказать так, что это как показывает, как будто Польша боится, но заявление о том, что угроза идет, слышим от Лукашенко и от Путина. Им НАТО угрожает. И у меня такая мысль, что НАТО им не угрожало так долго, пока не собирались нападать на другие страны. А вдруг, когда оказалось, что страна, даже если маленькая, но у нее есть союзники и не боится Путина, вот это причина, реальная причина угрозы со стороны НАТО, про которую говорит Путин, да, и ну вот и так это выглядит. Здесь вопрос, я бы сказал, не страха, а я бы сказал, организации, внутренней организации, ответственности, потому что если можем сегодня что-то сделать, если можем сегодня подготовиться, лучше это сделать, это вызов, это, конечно, дополнительные средства, дополнительная энергия, но с другой стороны, в экономическом плане она очень эффективна. Потому что если не будет стопроцентного убеждения в том, что Польша справляется с потенциальным агрессором, тогда Польша рискует выводом иностранных инвестиций и тем, что в Польшу не будут заходить именно деньги, которые будут создавать рабочие места, рост и так далее. Поэтому безопасность всегда у истоков экономического развития. И to mi każe, co происходzi, to очень классно i ответственно. Но ведь Польша увеличила и численность своих вооруженных сил, да, и собирается создавать самую большую сухопутную армию сейчас в Европе. Каково финансирование сейчас нужд обороны именно в Польше? Ведь это тоже косвенное свидетельство подготовки к тому, что война может расширить свою географию. Polska 24 февраля 2022 года w pryncypie swój mobilizacyjny potencjał передала Ukrainie. Gawarin praskni tanga, wsotni BTR-ów, artylerii, snariady, praktycznie danulia, wsio było wyciszczone. I eta służbała nieobchodzimaś priabrycienia prosta вооружения для того, чтобы защищаться. И просто очень много фейков, что кто-то Польша компенсировал то, что передала Украине, это фейк. На самом деле идут заказы, говорим про 100 миллиардов злотых, это где-то более 25 миллиардов долларов. Это то, что было сделано еще прошлым правительством. И в ежегодном измерении это более 4%, около 5% валового продукта именно на оборону. Польша приобретает большое количество современного оружия, используя опыт войны. Короче, говорим про сотни хаймарсов, про танки, про укрепление авиации, но прежде всего разведки, потому что именно Польша покупает системы, которые дают возможность видеть то, что происходит в пространстве России и Белоруссии. Вот все это поддерживается поляками. Были созданы новые военные учреждения, так что планы большие. Polska armia w procesie stanowienia, no główne jest gdzieś, żeby etim przeobrażaniem, te przeobrażania były związane nie tylko z kalicznymi zmianami, a przede wszystkim kalicznymi. To вопрос, żeby отойти от всех моментов, которые
отрицательно проявились именно в той войне, которая идет, это то, что можем условно назвать армией советского типа, просто чтобы это была современная армия образованных, уважающих себя людей, которая работает на уровне высшего уровня профессионализма. В последнее время участились заявления со стороны России, российских политиков, о готовности к перемирию. Об этом говорил и Путин, и очевидно, что сейчас для россиян нужна какая-то пауза. Это все понимают, для того, чтобы накопить ресурсы и, собственно говоря, продолжать ту агрессию, которую она делает. Но вот Лавров, свежее его заявление на эту тему. Он говорит о том, что Россия готова к переговорам о мире, но не о перемирии, и что говорит о том, что он поддерживает идею Китая о мирной конференции, где будут представлены Киев и Москва. Скажите, пожалуйста, очень сильно триггерит сейчас Кремль глобальный саммит мира, который будет в Швейцарии? И вот эти вот сигналы, которые посылаются, да, Кремлем, вот как их еще читать можно? Я читаю это так, что на самом деле имеем дело с ослаблением России. Да? Она в стратегическом плане уже поняла, что эту войну проиграла. Понимает, что время только будет укреплять ее поражение. Визит Путина в Китае показал, что на самом деле поддержки не будет. И подтверждением этого многие фирмы, которые китайские, которые выходят из России, очень сильно ослабляя потенциал и возможности развития. Если это дальше будет продолжаться, это просто полнейший коллапс. Поэтому в каком-то плане они заинтересованы. Проблема в том, что они заинтересованы миром на условиях капитуляции, потому что они хотят выставлять себя как гаранты. Короче, они гарант в войне, в мафиозной войне, которая внутренняя в Украине происходит, а не гарант. Это было написано в проектах Стамбульских соглашений. Короче, они как гаранты будут пытаться влиять на то, кто правит в Киеве, если они будут это устанавливать, это значит война проиграна. Это касается также влияния на строй Украины, на методы правления, на все, что связано с тем, чтобы сохранить потенциал агентуры, который же никуда же не исчез, правда? Второй вопрос, это вопрос... Они против того, чтобы Украина сохраняла потенциал защиты в случае следующей агрессии. Поэтому здесь вопрос НАТО и то, что видели снова, будут стремления, чтобы потенциал украинской армии был ограничен. И вот здесь тоже. Третий момент – это чтобы снять их санкции. Мне кажется, что это ключевой рычаг, который сегодня на них работает. Но против них работает. Но ключевые моменты, которые на самом деле с точки зрения то, что будет разводом, это вопрос территории. Навряд ли они согласятся на какой-то возврат территорий и признание этих территорий украинскими. Вот мне кажется, что все эти маневры, это дальнейшая эскалация, это дальнейшие шаги, чтобы демобилизировать Украину. Трагедия в чем? Что на самом деле война очень сильно бьет по судьбам людей, которые живут в Украине, намного сильнее, чем по судьбам тех, которые живут в России. И люди просто намного сегодня более заинтересованы миром, чем победой. Ключ, что в этой войне выигра тот, кто будет более стойким, кто будет заинтересован, будет ставить вопрос про победу, а не про мир. Просто я не знаю, как это сказать, но по традиции Советского Союза вот все эти бандиты московские, они всю историю говорят исключительно про мир и занимаются исключительно нападением на своих соседей. Вот что можно сказать.
Так что я оцениваю шанс достижения мира, который не будет капитуляции на уровне 0,1%. Вашингтон-Пост написал статью о том, что Китай в самом начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины готовился поставлять России оружие по просьбе Путина. Но был звонок из Белого дома от Байдена, и вот Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях, которые могут наступить после вот таких вот поставок. Это, как пишет издание, вызвало очень гневную реакцию китайского лидера, который даже поинтересовался, не угрожает ли ему Байден, но с тех пор Китай воздерживается от прямых поставок вооружений России. Тут вопрос. Все же, что сейчас главное для Китая? Сохранить свою экономическую связь и нарастить ее, экономическое сотрудничество с Западной Европой и Соединенными Штатами? Или для них сейчас в приоритете тема Тайваня и, соответственно, сотрудничество с Россией? Я это вижу таким образом, что здесь чай не исключает кофе. Китай одновременно использует время для того, чтобы увеличивать зависимость России от Китая. Идет полная переостановка и видно, что фирмы, которые уходят из рынка, просто оставляют за собой разрушенную систему и беспомощность со стороны России. Так что вот, идет с одной стороны беспощадное использование. С другой стороны, Китай это торговля, это мышление про хлеб насущий, да, который идет от торговли, от контактов с Соединенными Штатами. И это соотношение между одним и вторым как 1:70. Поэтому, конечно, в приоритете будут все вопросы, которые не будут разрушать вот этой инфраструктуры сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами, пока она работает, и в принципе она является залогом, я бы сказал, взаимопонимания, потому что они в принципе договорились, Байден и Си в Лос-Анджелес, о том, что будет специальная линия, если бы что-то угрожало какому-то коллапсу в отношениях, глобальному конфликту, типа ядерному, а так определили пространство сотрудничества, например, борьба с наркотиками, определили пространство войны, это чипы, да, и определили пространство сотрудничества, пожалуйста, очень многие области, в которых все это сотрудничество идет. И если смотрим на это таким образом, видим, что Китай занимает эластичную позицию по Тайваню. Это способ давления, потому что создавая напряжение не риском агрессии, а в принципе, если там начинался бы конфликт, это будет сделать блокаду, Китай может сделать блокаду Тайваню и таким образом заставить Соединенные Штаты ломать ее и таким образом выставлять Соединенные Штаты как агрессора и так далее, и так далее. Но я думаю, что это очередная волна напряжений, которая не меняет на самом деле ничего. И я считаю, что здесь не будет никаких разочарований, дальше будет это напряжение идти. На самом деле закончится, верю это глубоко, каким-то договором. Здесь момент такой, что поскольку есть неопределенность связана с тем, что в Вашингтоне, да, какой следующий президент, надо заметить, что Трамп сказал, что готов употребить ядерное оружие против Пекина, кстати, против Москвы. Это очень многое может поменять, если там бы перешли смены, потому что думаю, что именно слабость и нерешительность является почвой, на которой диктаторы просто строят планы про свое мнимое великое будущее.
Петр, по вашему мнению, на чем сейчас держится российская экономика? И как долго она еще будет держаться? Российская экономика структурно напоминает структуру Третьего Рейха в момент, когда начиналась война. 1941-1942 год. Чем это характерно? Да, работает, во-первых, на войну, во-вторых, она банкрот. В том смысле, что и растет валовой продукт, но экономика производит снаряды, которые сжигаются. Короче, это идет исчерпание ресурсов, которые есть. За это время, что произошло, уже фонд национального благосостояния исчерпан. Сейчас система будет употреблять финансовые ресурсы населения. Это дает возможность еще 2 года финансировать войну на этом уровне интенсивности, которая есть. Но Россия банкрот по другой причине. Что выход из этой экономики, то, что видим, например, Советский Союз, чтобы выйти из экономики, построенной на войну, на производство оружия и все с этим связано, это нужно было 10 лет тяжелых 90-х. С огромными миллиардными вложениями из других стран, чтобы это все не развалилось. И вот в таком положении сейчас Россия, без десятков или сотен миллиардов долларов извне, которые могли бы снова повернуть экономику России на мирные пути, этот процесс невозможен. Короче, вот Россия приговорена на то, чтобы вести войну, и потому что это единственный залог, во-первых, целостности России, потому что этот коллапс будет связан с отсутствием насилия необходимого, чтобы держать эту страну в целом. Россия, не надо забывать, является с одной стороны колонией Москвы в таком административном, финансовом, цивилизационном плане, а с другой стороны является тюрьмой народов. Короче, без насилия, без ресурсов, которые вкладываются именно в систему насилия, эта страна разваливается, и все начнется с Южного Кавказа. Вот все эти вызовы просто показывают, что Путин просчитался, что если думал о том, что идет глобальная война, неизбежная конфронтация между Соединенными Штатами и Китаем, вылез первым и платит за это сумасшедшую цену, потому что на самом деле ресурсы России совместно Китаем и Соединенными Штатами дружно едятся. В том смысле, что Соединенные Штаты взяли энергорынки, которые до сих пор считались российскими, короче, энергорынки Европы, в принципе, в стратегическом плане Швеция, Финляндия в НАТО, это северный путь, это все, что с этим связано, вот этот геополитический потенциал. А с другой стороны, Китай поставил под зависимость, по дешевке покупает все энергоресурсы, все, что им нужно, и задорого продает, не знаю, машины или что угодно. Получается так, что идет жесткая эксплуатация, намного жестче, чем европейцы применяли по отношению к Африке в самые тяжелые времена колониализма. Насколько Европа сейчас зависима от российского сжиженного природного газа? Почему, задаю вам этот вопрос, сейчас обсуждают 14-й пакет антироссийских санкций. Вот если в начале мая еще были сообщения о том, что будут санкции на российские СПГ, то сейчас уже появляются сообщения о том, что якобы этот момент, он исключается. О чем это может свидетельствовать и насколько большие поступления именно от СПГ в российский бюджет? Это может быть связано с тем, что ограничения экспорта СПГ ввели Соединенные Штаты. И поэтому этот план, чтобы СПГ просто прикрыть как ресурс захода, кстати, незначительный,
Просто они упали. Если... Ну вот, это такое самое простое объяснение. Просто Европа боится, что если бы ввела санкции, придет момент, когда начнут работать запреты, которые ввел президент Байден, в Европе просто будет энергокризис, связанный именно с этим. Ну и просто по философии такой, чтобы не применять санкции, которые по нас будут бить сильнее, чем по ним, от этого отошли. Я думаю, что просто здесь ключевой вопрос – это вопрос соблюдения санкций, прежде всего, а не столько то, на что они накладываются, потому что сейчас, в принципе, уже все под санкциями. Так это вижу. Ну, речь идет то, о чем вы говорите, это механизм вторичных санкций, те схемы, которые позволяют обходить эти санкции, чтобы их пресекать, и, соответственно, была тоже ответственность. Но а как получается так, что за 2 года все-таки эти схемы мало того, что работают, да, обхода санкций, они еще и неплохо адаптировались к текущим условиям? Да, побороть это очень сложно. Это правда, но на самом деле, если смотрим, санкции вводятся, они не работают в короткую, а в длинную. Никто не верит в то, что они будут, что, например, поставки будут приостановлены. Все понимают, что вводя санкции, мы также тратим ресурсы, но они вводятся для того, чтобы тот, против которого эти санкции вводятся, тратил еще больше. И в том плане эти санкции хорошо работают. Все понимали, я, кстати, где-то в апреле 2022 года статью об этом написал, уже ясно было, какие страны будут хабами. Но как бы не приспосаблялись, как бы это не пытались обходить, во-первых, очень легко это идентифицировать и пересекать. На самом деле, оказывается, по ключевым вопросам, Россия вначале получалась довольно легко эти санкции обходить, а со временем тяжелее и тяжелее. И это касается также именно сейчас применения вторичных санкций. То, что видим со стороны Китая, это именно страх перед вторичными санкциями со стороны Китая. О чем разговор? Это просто показывает силу. Санкции – это игра в длинную, это как удав, это система, которая, с которой выхода нет. И, в принципе, я всегда говорил, что с точки зрения Украины санкции – это наша религия, потому что это единственный залог возврата территории. Они не должны быть сняты так долго, пока не вернут последнего квадратного сантиметра земли. Петр, благодарю вас, как всегда, за интересную беседу. Дякую. За то, что находите время и возможность к нашим стримам присоединяться. Всегда вас рады видеть на нашей YouTube-платформе. Берегите себя и до скорых встреч. Дякую. Петр Кульпа був разом із нами на стрімі. Я традиційно наших глядачів закликаю, не забудьте підписатися на нашу YouTube-платформу, якщо ще цього не встигли зробити. Ну і так само підтримуйте це відео вподобайкою, коментарем, поширенням. В такий спосіб ви сприятимете його популяризації, якомога більше людей зможе його побачити.